Итак, нам нужно два вот таких круглых шарика. Один из этих шариков будет служить как основа. Давайте разомнем этот кусок. Желательно раскатать, чтобы получился нормальный такой хороший прямоугольничек. Как видите на видео, у меня получилось. Теперь будем делать ленточки. Раскатываем сосисочку из другого же цвета. Все еще раскатываем. Теперь очень аккуратно слепливаем их вместе. У меня вроде как получается. Вроде как. Ну вот, получилось. Теперь вторую сосисочку. И все, получилось. Осталось сделать лишь бантик. Первый кусочек бантика. И второй. Также все сделано из этих сосисочек, кстати. Вот такой подарочек с легкого пластилина получился. Будем делать часть объемной снежинки. Нам понадобится бумага, ножницы и клей ПВА. Ну, либо клей-карандаш, без разницы. Делаем из прямоугольника квадрат. У нас получился согнутый квадрат. Теперь мы сгибаем этот треугольник напополам. Вот такой треугольник у нас должен получиться. Теперь мы делаем в нем вот такие вот три надреза. Так скажем, первый, второй, третий. Теперь мы раскрываем то, что у нас получилось. Уже очень красиво выглядит, не так ли? Но теперь нам надо нанести клей на дни частей уголков, так скажем. Не знаю, по-другому это назвать. Раз и два. Все делаем через одну. Склеиваем. Переворачиваем на другую сторону и проделываем то же самое.